темных из самых больших детфиналиев в Украине. Детфинале «Оскар». Уважаемые взрослые, расслабьтесь и забудьте о всех ваших проблемах. Ведь вы сегодня попали в сказку, где увидите необычайные чудеса. Но для этого нам нужно будет с вами чуть-чуть поближе познакомиться с нашими артистами. И для этого я предлагаю, наши сотрудники сейчас всем раз вам раздадут наши волшебные колечки. Вы берете колечко в руки, рассматриваете его, крутите, вертите черноморскими дельфинами. Афалина! Фото с нашими артистами обычно платное. Но для вас сегодня будет включение. Вы сегодня будете победители. Итак, уважаемые зрители, кто хочет принять участие в нашем соревновании? Пожалуйста, поднимайте руку. Выше, выше, выше. Выше можете поднимать две руки. Не забывайте, количество колечек ограничено. На всех может не хватить. Итак, подняли две руки и ручки, машем, машем руками и зовем наших сотрудников, зовем. Не забывайте, стоимость колечка 30 гривен. Держим, держим, держим ручки. Вам сейчас подойдут наши сотрудники. Пожалуйста, кто, кто? Наши колечки заряжены энергией дельфина. Ваши желания, естественно, исполняются. Из любой части тела. И, конечно же, загадать желание. Наши дельфины прекрасно чувствуют вашу энергию. И быть нашей головой, пожалуйста, все подняли, чтобы я видел ваши счастливые колечки. Итак, бросаем все колечки на счет три в центр бассейна. Раз, два, три. И первые пять колечек, которые принесут нам дельфины, выходят в следующий тур. Итак, кто же выйдет в следующий тур? Пожалуйста, первые пять колечек. Итак, есть первые три. И еще два. Все, спасибо. Спасибо большое. Итак, уважаемые зрители, я называю номер колечки, а вы подходите именно сюда за своим колечком. Итак, победители, номер 58. Следующий победитель под номером 54. Пожалуйста, выходим за своими колечками. Номер 97. Колечко под номером 67. И колечко под номером 57. Желательно в этой туре играть только взрослым, пожалуйста, только взрослым. Уважаемые взрослые, пожалуйста, подходим. Пожалуйста, подходим. Итак, ваш номер какой? 58. 58, пожалуйста. Ваш номер какой? Ваш номер 107. 97. Ваш номер 57, пожалуйста. Ваш номер 54. Просто. И ваш номер, куда уходим? Остаемся здесь, здесь. И вас номер 67, пожалуйста, пятерка победителей подплыла возле меня. Итак, внимание, внимание, внимание на меня. Условия второго тура. Внимание сюда. Итак, пожалуйста, сейчас только по моей команде мы проходим на край помоста. Будьте осторожны, скользко. Только по моей команде бросаем в центр бассейна колечки. Задача усложняется. Вы должны будете взять именно свое колечко у дельфина со своим номером. Кто это сделает первым, поднимает руку и является нашим победителем. Понятно? Итак, внимание направо. За мной аккуратно проходим. Проходим, поддерживаем наши уважаемые зрители. Поддерживаем наших финалистов. Пожалуйста. Ваша пуста. Проходим, проходим. Поддержим, поддержим аплодисменты, давайте наших победителей поддержим. Итак, пожалуйста, встаем на край нашего помоста. Внимание. Поднимаем, поднимаем колечко, поднимаем колечко. Пожалуйста. И на счет три в центр бассейна. В центр. Извините, счет три не было. Давайте поаплодируем. Итак,
Внимание, только по моей команде, на счет три. Никто еще не бросает. Давайте, зрители, поддержим, настроим наших победителей. Итак, внимание, на счет три. 1, 2, 3. Центр бассейна. Итак, кто будет первый? Кто первый возьмет свое колечко? Внимание. И поднимает руку вверх. Тоже ты? Кто? Есть. Девушка была первая. Итак, замечательно. Пожалуйста, подходим сюда. Большое спасибо всем за участие. Присаживайтесь на нас и зрительные места. Итак, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Евгения, а у вас есть опыт общения с мужчинами? Есть? Отлично. У вас сейчас будет великолепная возможность это доказать. Вот смотрите, наши черноморские дельфины. Нужно будет поцеловать только, конечно, мужчину. Так, у вас есть 5 секунд. Пожалуйста. Итак, мужчину. Целуем только мужчину. Конечно же, мужчину. Итак, по праву. Действительно, мужчина, которого звать Боря. Наши морские котики, встречайте. Разрешите вам представить, девушка, ну просто красавица, Зуля! Маленькая дочурка Зули, малышка Лиза! Настоящий мужчина Михаил! Они приветствуют вас. Морской котик Михаил кланяется вам. Ведь очень рады видеть вас на нашем представлении. Вот она, стойка приветствия. Ну вот, на ваших глазах две половинки одного большого любящего сердца. Девушке необходима надежная рука любящего мужчины. Ну что ж, дорогие друзья, а сейчас настало время упражнений. И первое упражнение на гибкость. Настоящие волшебные губки. Я советую вам дома попробовать его на коврике. Какая богатырская сила позволяет весь своего тела на одной ласте. Наши артисты. Держим, поддержим Михаила и всех наших артистов. Зуля, Лиса. Мастер-класс. Внимание. Как получить равномерный загар на пляже? Смотрите внимательно! А сейчас считалочка Зули. И мы вместе помогаем ей считать. Считаем громко, а не один вместе. И Зуля учится от радости, чтобы помогли сочки. Ну а теперь считалочка для нашего мужчины Михаила. Он сильный, колечки летят высоко. Считаем раз. И закрученное. Браво! Вам за вашу поддержку! Между прочим, наш Михаил пообещал своему тренеру Виктору и, конечно же, нашим зрителям продемонстрировать настоящую мужскую силу воли. Вот эту вкусную рыбку
Михаил пообещал кикета для Михаила. Итак, Михаил пообещал продержать на кончике носа 5 секунд и не съесть. Итак, считаем вместе. Видите, он съел рыбу. Миша, где рыба? Где рыба? В животике рыба. Ай-яй-яй, бессовестный какой ты. Смотри, как стыдно, стыдно из дулечки, Лизе стыдно за тебя, а? Виктор, а давай мы его просто разыграем. Сделаем вид, что бросили рыбку в бассейн, а сами спрячем, пусть ищет. А мы попробуем, уважаемые зрители, давайте поддержим. Итак, ищи, Миша, ищи. Миша, ищи. Вот так, вот шалунишка наш. Виктор, мне кажется, он понял, рыбка у тебя. Да, действительно. Давай ему дадим еще один шанс. Ну, один. Уважаемые зрители, давайте дадим шанс один. Дадим, дадим. Только один шанс. Давайте поаплодируем. Один шанс нашему Мишке. Итак, он покажет настоящую силу воли мужчины. Итак, вот эту рыбку на кончик носа. Настоящий мужчина всегда должен держать свое слово. Что случилось? Михаил не хочет отдавать кольцо. Внимание, уважаемые зрители, поддержите нашего Михаила. Он справится с двумя колечками одновременно. А спроси его. А ты справишься с двумя кольцами? Замечательно. Ну что ж тогда, внимание на Мишу. И да, да, он справляется. Его мастер, эта задача и усложняет свое. Техника и мастерство. Ну а сейчас внимание на Зулю. Вот наша маленькая Лисочка. Итак, давайте поддержим нашу Лису. Сложный баланс, но она удерживает его. Наша Лисочка, поддержите нашу малышку. Ну а сейчас внимание на Зулю. Зуля продемонстрирует свой талант. Итак, внимание. Она вхватывает задними ластами мяч и... Вот он, на кончике носа. И не теряет свое равновесие. Браво! Наша красавица! Миша тоже аплодирует твоей Зулечке. Дорогие зрители, ну а сейчас сюрприз от Михаила. Итак, внимание. Стойка. Стойка на передних ластах. И одновременно баланс. Вот такой наш Михаил. И американские горки. Холостун Михаил. Ну что ж, ну а сейчас зажигательные танцы. Поддержим, поддержим наших артистов. И супер, супер популярное движение со звездочки. А вот наша
наша малышка. Лисочка, сольно вам станцует. Поддержим нашу малышку. А вот сейчас наша Зуля покажет вам мастер-класс. Внимание! Миша, не спи! Миша, помогай! Лисочка тоже помогает своей маме, папе. Вы помогаете, уважаемые зрители! Вот так нашей Лисочке всего лишь 3 годика. Она очень маленькая, но себя уверенно чувствует, если рядом плечо тренера Дмитрия. Она машет рукой, ласта и радуется. Вот вы, вот, спасибо, что пришли к нам на представление. Между прочим, наш Михаил тоже собирается на свидание. Но не один, а с тренером Виктором. Виктор, ну, мне кажется, для такого джентльмена что-то не хватает. Девушки, как вы думаете? Цветы. Цветы. А еще? Бабочки, конечно, бабочку. Бабочку. Итак, джентльмен самым настоящей бабочкой. Ну, заменим вот такой. Итак. Да, это специально для морских котиков. Итак, девушки, как вам Михаил? Романтический поцелуй. Все, хватит, Виктор, забирай, хватит. Все. Зуля, солнышко, ты куда забрала, Зулечка? У нас представление не окончено. И Зуля шлет свой ответный поцелуй любимому Мишку. Вот действительно так, дорогие девушки. Мы, мужчины, бессильны без вашей занятости. Итак, дорогие друзья, наши котики такие же нашего шурастунчика Мишко. И стоечка на передних лапках. Но сейчас внимание на Зулю. Зулечка споет нам летнюю песню. Внимание, абсолютная тишина. Вот такие летние песни. А вот Мишка опять романтический поцелуй. Что ж такое, Миша? Стыдно, конечно, стыдно. Даже Зуле стыдно. Итак, Миша сейчас споет песню папы, который безуспешно пытается собрать по пляжу своих детей. Внимание! Вот он наш Мишка, у вас, дорогие. Для каждой маленькой звезды очень важно увидеть перед собой огромное, прекрасное небо. И сейчас на ваш так маленькая Лисочка вместе со своей мамой Зулей, красавица. Давайте поддержим нашу семейку. Поддержим. Вот они, красавицы. Зуленька вместе со своей маленькой дочуркой Лисой. Поддержим дружескими аплодисментами. Итак, дорогие друзья, наши артисты. Наша красота Лиса.
Итак, встречайте нашего артиста. Убедительная просьба. Не вставать со своих мест и не протягивать руки нашему артисту, чтобы не испугать нашего Мишку. Обратите внимание, какие усы у нашего Мишки. Вот они, настоящие друзья, Виктор и Михаил. Виктор, мне кажется, за такую работу нужно, ну, как-то поблагодарить Мишу. Как? Ну, просто поцеловать. Да, ты Мишу. Не, уважаемые зрители, давайте поддержим один разочек, а? Разочек. Давайте мне скажем «Ва-це-луй». 3-4. «Ва-це-луй». Еще разочек. Виктор, один раз. Только один. Один, один. Итак, внимание, внимание на Мишу. Может, три туда? Нет? Ну, поддержим, поддержим наших целующихся! Настоящий поцелуй Мишки Тенера! О, Михаил даже теряет сознание! Витя, а что с Мишей, а? Что случилось? Ну, попробуй его со задней ласты, а? Ну а за передние? Что ж такое? Парень прямо сдулся, а? Вить, ну придумай, придумай что-нибудь, у нас же представление. Ну что-нибудь. Ты же можешь, Витя. Ну что-нибудь, может, зрители кто-то поддержит, а? Ну. Что там? Что? Насос? Витя, насос? Как? Что-то... Витя, у нас дети в зале, да не с той стороны-то, а? А ну? Ну? Браво, браво! Наш Мишка опять с нами! Энергичный и веселый наш Михаил! Поддерживаем нашего Михаила! Дорогие друзья, дочек Михаил и тренер Виктор кланяются вам и говорят: до новых встреч! На вас выступают наши артисты, черноморские дельфины Аполлино! Я знакомлю вас с нашими артистами. Вики и Мики! Итак, дорогие друзья, для начала небольшой эксперимент. Маленькие колечки в воде. Принести их нужно вместе и синхронно. Итак, внимание, центр бассейна! Поддержим! Вот они, наши дельфины. Дорогие друзья, дельфины в открытом пространстве способны развивать скорость 140 км в час. Пахнем! Браво! Это дельфин Миги. Дорогие друзья, это было так быстро. Уважаемые тренеры, а давайте еще разок повторим этот номер. Итак, внимание, уважаемые зрители, внимание. Давайте разделимся мы с вами
три команды. Первая команда – это дети. Они будут болеть за желтый и оранжевый сдёр – Кики и Мики. Вторая команда – это девушки. Девушки будут болеть за нашего Борю – синий сдёр. А мужчины будут болеть за нашего Мики – зеленый сдёр. Итак, все готовы? И... Все готовы? Вместе! И... Начали! Дети были первые, но, внимание, дорогие друзья, я предлагаю вам еще раз переиграть. Не против? Не против. Сделать абсолютную победу. Итак, внимание, первая команда – это дети. Дети должны сейчас топать ногами громко и хлопать в ладоши. Давайте попробуем. 3, 4, громче! Есть, отлично. Девушки должны сейчас пищать и визжать. Готовы? А ну попробуем, давайте. Какой-то у вас писк, не то... Давайте еще разочек. Не такой писк. 3, 4. Отлично, ближе. Мужчины помогают. А сейчас для мужчин, конечно же, мы свистим, как на футболе. 3, 4. Ну а сейчас все вместе, дружно. Кто громче, тот и победил! Дети победили, дети! Браво! Победили дети победили! И вот тут девочка сидит. Девочка, можно тебя на секундочку? Нужна будет твоя помощь. Ты так болела за наших дельфинов. Мальчик, не надо. А вот девочка была такая активная. Поэтому нужна будет твоя помощь. Сейчас именно ты будешь держать заветное колечко. Готово? Итак, внимание, смотри. Вот он, дельфин, несет тебе колечко. Только тебе. Давайте поддержим нашу девочку. Итак, внимание. Полет дельфинов. Внимание на центр бассейна. Настоящий полет наших дельфинов! Ну что ж, дорогие друзья, а у меня сейчас вопрос к тренеру. Скажите, а дельфины любят танцевать? Так просим, дети, мы любим танцевать. Любят! Итак, диджей, музыку! Наши... Виктор, что случилось? Почему дельфины танцуют? Музыка закончилась. Уважаемые зрители, поддержите наших танцоров! А быть может, кто-нибудь помнит, в конце 60-х годов был очень модный хитовый танец. Основал его сам Элвис Пресли. Скажите, уважаемые зрители, как он назывался? Рок-н-ролл, совершенно верно! Для вас рок-н-ролл от Микки! Вот такие рок-н-роллы! Ну а сейчас для вас танец. Танец, с которым наши артисты выступают на бразильском карнавале Рио-де-Жанейро! Поддержим. Так. Уважаемые зрители, давайте повторим последний момент. Итак, внимание. Танец, которым выступают наши артисты на бразильском карнавале в Рио-де-Жанейро. Ну, громче!
Исландии. Золотые голоса Азова. И поют наши дельфины, естественно, по нотам. Итак, хормейстер Виолетта, встречайте! Виолетта, почему дельфины не поют? Уважаемые зрители, почему не поют дельфины? Кто подскажет? Ноты перевернуты, действительно, как мы это, а? Итак, внимание, настроились. Соло Кики. Ну а сейчас для вас споет Мартин. И только для вас соло-любимца женщин Бориса. У себя дома. Поднимаем, не стесняемся. Итак, кто? Действительно, рук много. Что же делать? Картину на части поделить невозможно. Давайте, я предлагаю выставим эту картину на аукцион. Против? Не против. И нет. Что делать? По курсу 0,5 килограмма рыбы или 20 гривен. Не против? Начальная ставка 20 гривен. Итак, 20 гривен раз. Кто больше? 30. Шаг 20. 40. 40 гривен раз. 50 гривен раз. 50 гривен. 50 гривен. Девушка руку подняла. 60. А мама в курсе? 60 гривен раз. 70. 70. Поднимаем руку, чтобы я видел вас. Сколько? 90. Вы откуда? Приоритет.
Отлично, вы с бригантиной 90 гривен раз. 100. 100 гривен раз. 110. 120. 180. 180 гривен раз. 200. Правильно, правильно. 200 гривен раз. 200 гривен. 210. 210 гривен раз. 210 гривен. Не слышу громче. 230, конечно. 230 гривен раз. Мужчины, у каждого дома в спальне должна висеть эта картина. 250, отлично, мужчина меня услышал. Итак, 250 гривен раз. 260. 260 гривен раз. 260 гривен два. Плюс победитель получает кругосветное путешествие на лайнере нашим. 270 в нашем бассейне. Итак, 270 гривен раз. 270 гривен два. 280. Я подойду все-таки к вам быстренько. 280. Под наш круизный лайнер. Капитан нашего корабля, наш любимец женщин горя. Итак, поддержали, уважаемые зрители. Это действительно счастье. Ну и Микки, конечно же, со своим спасательным кругом. Маша, наш победитель. Маша, Маша, наши драконы, друзья. Вот он я, победитель. Человеком и для вас Виктор Халганов, Боря, Мартин. Но сейчас, дорогие друзья, для вас минута спорта. Итак, игра. Игра, которая называется регби. Сейчас Виктор будет представлять наших зрителей и пытаться забить гол дельфину Микки, а также его тренеру Виолетте. Микки будут поддерживать тренер Виолетта, а Виктора будут поддерживать наши зрители. Девушки, поддержите Виктора! Ну громче! Итак, Виктор, я считаю, перед каждым матчем должно быть дружеское рукопожатие. А ну-ка. Отлично. Ну, тогда. Внимание. Поддержали. Поддержали. Девушки, девушки есть в зале. Давайте дружными аплодисментами поддержим наших дельфинов. Так, направимся в последние указания. Вот он прыжок. А сейчас прыжок настоящего профессионала Бориса. Поддержим. Вот он, Боря. Внимание на желтый и синий мячи. Вот
наши артисты. Дорогие друзья, а в зале есть девушка, веселая, энергичная, с чувством юмора. Если есть, поднимите руку. Отлично, отлично, я вижу уже одну девушку. А еще, еще, еще девушку. Все, 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 все. Вы знаете что? А давайте мы его бросим в воду и узнаем, как с этим вопросом сейчас справятся наши земли. Не против? Подальше, бросайте в центр нашего бассейна. Поддержим нашего дельфина. Ну а сейчас единение. Единение человека и дельфина. Огромная ответственность. Один за другого. Внимание! Боря, Микки и Кики! Дорогие друзья, а давайте еще раз поиграем. Вы не против? Ну, нет. Отлично. Итак, для вас очень интересная игра. Пожалуйста, все взрослые протянули ручки вперед. Детки протянули ручки вперед. Все две ручки. Две ручки мы вперед протянули. Все свои видеоустройства положили на место. Придерживаем маленьких детей. Не встаем со своих мест. Все готовы? Протянули взрослые, взрослые. Протянули все ручки вперед. Итак, 3, 4. Словами. Чувство, которое приходит нам внезапно и окутывает наши сердца. Любовь. Любовь один к другому. Любовь к окружающему миру. Дельфины. Дельфины тоже знают, что такое любовь. Они очень быстро определяются с этим чувством. Кто близок к ним. И на ваших глазах удивительное чудо. Любовь между человеком и дельфина.
Виктор, Виолетта, Дмитрий! Ну а сейчас финальный, заключительный номер нашего шоу. Сила, которой обладают наши дельфины, способна вытолкнуть человека из воды на 3, 4, а то и 5 метров. Это действительно самый настоящий полет человека. Внимание на середину бассейна. Обратный отсчет. 3, 2, 1. Вот он, настоящий полет человека. Команда профессионалов. Виктор Калданов, Зоря Мартин. А сейчас разрешите представить вам наших артистов. Настоящий спортсмен Боря. Потрясающий акробат Мартин. Прекрасная певица Кики. Талантливый художник Ники. И, друзья, тренер Виктор. Тренер Дмитрий. Тренер Виолетта. Уважаемые зрители, мы с нетерпением будем ждать вас снова и снова. Спасибо вам огромное! Дорогие друзья, просьба еще. Одна минуточка внимания. Просьба всем оставаться на своих местах. И мы переходим к следующей части нашего представления. Это демонстрация услуг. Вы можете точно так же, как я, подойти на помост, присесть возле нашего дельфина, погладить, загадать желание. В это время наш сотрудник вас фотографирует, и вы останетесь в больших эмоциях, и память останется навсегда. Кроме этого, обратите внимание еще. Тренер Виолетта. Тренер Виолетта и рядом два наших любимца, дельфины Кики и Мики. Вы можете поплавать с нашими дельфинами в течение 5-10 минут. Вы получите массу удовольствия. Вы покупаете с ними